Як ви ставитесь до стереотипів? Стереотипи? Никогда даже не додумався. Ну, у каждого человека своє какое-то мнение. Есть которые, которым прислушиваешься, а есть которые, ну, считаешь, что это несерьезно все. А вы стыкались в жизни стереотипами, которые вам заважали в жизни? Не, например, да, черная кошка. Всегда иду прямо. Что такое стереотипы, на вашу думку? Ну, это что-то себе такое создаешь и... А вы верите в стереотипы? У вас есть, вы керуетесь ними? Нет. А если, например, вы встретили толстую людину, вы подумаете, что она много ест? Ну, наверное. А это есть стереотип, как вы думаете? Ну, в какой-то степени, может быть. Вы стыкались с стереотипами, которые заважали вам в жизни? Да, порядочность. Это стереотип. Скажите, пожалуйста, что вы предлагаете нашим телеглядачам? Дотримуватися стереотипов или нет? Хороших стереотипов дотримываться, а остальные обходить стороной. Ніяк. Я не знаю, як я відношусь. Я не задумалась над цим запитанням просто-напросто. Да. К стереотипам, ну, как, 50 на 50. Буває, отношусь к ним, буває, ні. А ось, наприклад, якщо вам перебіжить чорна кішка дорогу, ви звернете чи ні? Зверну, бо я... Ну, я чула таке, що якщо чорна кішка перебігає дорогу козорогам, то козорогам це до щастя. І я завжди перебігаю. Так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до стереотипів? Яке у вас відношення до них? До стереотипів. Це найлаконічніша людина, яка не дотримується стереотипів в житті. Дякуємо вам. Дякую вам.